Я всех приветствую, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. С вами Паник Ноу, и мы продолжаем прохождение цивилизации 5 за Португальскую империю. Сегодня постараюсь внести в какое-то новшество в наш канал в плане того, что я буду постараюсь снять в 60 FPS. Думаю, для это будет... правильно, не то что правильно, будет какое-то новшество, но что-то новое появится. Так что, вот такие вот дела. Конец хода сразу же. Спасибо за комментарий, оставленный в прошлом выпуске прохождения. Написали, что забей на экономику, уходи в... уходи в сторону счастья населения и его роста. Поэтому мы так и будем делать. Так. Теперь уже действительно на экономику стоит забить. Потому что она все уже, стало более-менее. Вы мне надоели. Другие мировые лидеры уже в курсе того, что работать с вами не стоит. Они публично осудили нас. Приятно, что. Я так и думал, что японцы поступят как-то, не знаю, по-лицемерски, что ли, так сказать. В общем, чувствую, надо наращивать армию, чтобы это все не привело к тому, что мы станем... Коломбо, понятно. В общем, надо бы, друзья, тогда шевелиться и что-то делать с армией. Потому что надо бы все это дело тогда... я про отношения, конечно, надо все это тогда дело улучшать. Поэтому надо и войска наращивать, и отношения, собственно, улучшать. Но теперь уже, наверное, точно будет не до роста и не до роста населения и не до счастья. Потому что все это к войне может приблизиться. И это все может очень печально кончиться. А, вот здесь отлично будет основать колонию, вторую нашу. Вдали от нашей метрополии. Неизвестный игрок теряет свою столицу. Да вы что? Ага, кто-то, значит, повоевал. Наполеон заключил мир с городами-государствами. Алма-Ата и Англия становятся союзниками. Так. Выбираем проект. Все-таки, может, действительно стоит уйти в настроение. Да, давайте сначала построим здесь арену, потом будем наращивать армию здесь рядом, на пограничных городах с Японией, потому что, они... Изабелла переходит все мыслимые границы, говорит Наполеон Бонапарт, француз, и мирным способом ее не остановить. Мне нужны союзники, встанете на нашу сторону. Нам предлагают воевать с Изабеллой, с испанцами, но мы отказываемся, потому что... потому что испанцы нам куда ближе, чем французы.
Поэтому все это дело мы отказываемся поддерживать. Неизвестный игрок публично осудил Рим и Францию. Так. Продолжаем проплывать. Нау тоже тут проплывает. Ну все, можно сказать, уже возвращаемся в свою метрополию здесь. Кстати, здесь смотрите, друзья, какая плодородная территория здесь. Самое то будет основать поселение, камень его иметь. Будем поставлять в нашу метрополию, в Португалию. Так, здесь у нас тоже уйдем в прирост населения. То есть, соответственно, сделаем прирост... расстановка на горожане. Ну да, собственно, у нас состоит приоритет на прирост населения. Поэтому здесь уже, в принципе, ничего. Так. Поэтому, в принципе, друзья, ничего уже тут делать не нужно. Вот что я смотрю, друзья. Видите, да, эта клетка в данный момент не обрабатывается. При желании здесь можно разместить горожанина, но так вы нарушите возможные планы автоматического помощника. Давайте тогда сделаем вот эту клетку. Я не знаю, что это, конечно, значит, но я потом обязательно посмотрю это уже за записью. Так, Лиссабон, Лиссабон, Лиссабон. Здесь мы сделаем тоже... построим арену. Метки и лучники. Также стойте, охраняйте. Конец хода. Пока Телла, шашоны, встречает нас. У них есть редкие ресурсы, от которых мы не откажемся. Что мы думаем о таком предложении? Мы согласны? Почему нет? Нам надо бы вообще, друзья, здесь союзников найти, чтобы не подвергать себя особому риску, так как японцы скоро объявят нам войну, в этом я 100% уверен. Так, что у нас с поселенцами? Мы практически приплыли. Где-нибудь вот здесь основное поселение наше. Так, тут рядом римляне, это будет очень плохо. Город Гоа обращен в другую веру. Ага, понятно, протестанты, да? Или католики? Нет, протестанты, наверное. Всем нужна медь, даже японцам, которые нас осудили. Пожалуй, все, абсолютно все связи с японцами, ну, кроме торговли, мы разорвем. Дружбы, я уже понимаю, это не будет. Так, банковское дело, хорошо. Так, стоять, 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 стоять в Фуншале. Надо купить вот эту клетку, где проходит наша дорога, потому что непорядок. Проходит наша дорога, не является нашей территорией. Нам нужны новые поселенцы теперь, друзья, потому что... на территории вот нынешней Португалии мы уже, в принципе, все исследовали. Ну, не то, что исследовали, а все как бы обработали в плане клеток. Используем все ресурсы свои, которые есть, которых даже нет. Хотел сказать, которых даже нет. Че к чему? Так. Нау. В принципе, может возвращаться в родную гавань, в порт. В порту. Выбираем исследование. Машиностроение.
Следующий ход. Так, около Каимбра обнаружен враг. Понятно. Что у нас с поселенцами? Ох ты, поселенцы высадились наконец-таки. На территории этого большого острова. И теперь мы основим здесь поселение. Несмотря даже, наверное, на, так сказать, предупреждение римлян. Теперь построим гавань. Нау приплыл. Вот кто тут, я смотрю, пробегает. Варварские меткие лучники. Ну, лучники это, конечно, плохо. Гораздо лучше было бы, если бы это были юниты обычные, без оружия дальнего боя. Японцы высадились? А, они же, да, они просили у нас прохода войск, ну как открытых границ. Хотя я подумал, что они собираются объявить нам войну, испугался уже. Так, рабочие, дуйте туда. И мы здесь основываем наше поселение. Как оно у нас называется? Вилла Нова Дигая. Даже, если честно, с моими, ну, не знаю даже, как сказать, но я не буду сильно хвастаться, чтобы, так сказать, репутацию свою не повредить, но даже с моими нынешними знаниями географии я даже не знаю, как, где находится этот город. Так. Здесь караван-сарай готов, теперь пора бы и нарастить армию, но сделаем это мы... Хотя. Арену строим теперь. Рабочие готовы. Так, построим здесь святилище, кстати. Надо бы обратить обратно в нашу веру. Октавиан Август нам предлагает открытые границы, на что мы любезно соглашаемся. Нам выгодны, в принципе, открытые границы с любым государством цивилизации 5. Вот и Нобунага и Антверпен заключает мир. Я смотрю, Нобунага лишь пытался тут захватить города-государства. Так, здесь уже доисследуем до конца. Построим рудник рядом с Гоа. Кстати, это индийская, португальская колония в Индии. Караван. Отправляйся в Токио. Еще нарастим наш доходик. Здесь построили, круто. Я хотел, чтобы они проложили дорогу сразу от выгона с овцами к Фуншалу, но что-то они меня недопоняли и начали строить дорогу в другом месте. Кстати, насчет Лиссабона. Я забыл, что он без... без охраны. Так, что тут у нас? А, понятно. Ну ладно, скажем, впредь мы не станем селиться с вами. Будем так хитро поступать. Будем хитро поступать в плане того, что будем основывать колонию здесь, потом будем там, потом сям. Ну, в общем.
сделаем так, что в каждых, в разных частях света у нас будет по одной колонии. Так, проведем дистанционную атаку по варварским лучникам. Теперь ударим по ним португальскими пикинерами. Ну, отлично. Справились. Очень рад. Так. Коимбра может приступить. Ой, Лхаса, что-то. Варги на наших землях. Все, их нету. Морской порт готов. Отлично. Строим арену. Порту. Надо бы сделать. Надо бы создать для столицы воинов. И, кстати, надо бы еще одну рабочую лодку, потому что смотрите, сколько рыбы так и плещется действительно около наших берегов португальских. Так, здесь все. Потом, значит, в Фуншале уже можно будет отдать приказ на создание поселенцев. Кстати, насчет вилла Нова Тигаи, надо бы посмотреть, где такой город или уже поселение или колония находились или находится. Ну, заглянуть просто-напросто в историю и там почитать. Наступил золотой век. В нашей истории португальской отлично. Пикинеры, повышение. Так. А давайте муштру выберем. Встать на дежурство. Дальше. Лиссабон. Лиссабон, Лиссабон. Создайте-ка поселенцев, потом создайте-ка себе поселенцев, португальцы. Чего это я заговорил? Прошу прощения, друзья. В общем, приветствую тебя, незнакомец. Если твой ум и такт сравнимы с твоей привлекательностью, мы замечательно поладим. Екатерина встречается нам. Предлагаем им открыть посольство. Хорошо. Так что, друзья, не договорил. В общем, для Лиссабона мы уже создаем войска. Ну, гарнизон. Поэтому здесь поселенцев будем создавать. Елизавета завершает создание театра «Глобус». Вы теряете влияние на Антверпен. Дальше, что там у нас? Основан Всемирный конгресс. Это хорошо. Герцогин zu Österreich heißt eure Eminenz willkommen in... Ach, bringen wir es hinter uns. Um vier wird gespeist. Мария Терезия. Австрия попадается нам теперь. Ja. Снова с ними тоже открываем... У них тоже открываем посольство, равно как и они у нас. Машиностроение. Так, что тут у нас еще-то? А мы продолжаем плыть, тоже исследовать... Кстати, здесь, по-моему, уже что-то есть. Выбираем проект. На Гуа. Здесь можно создать и гарнизон, потому что все это дело могут захватить спокойненько. Так, следующее исследование у нас будет сталеварение. Вносим предложение. Чтоб такое внести-то даже, я не знаю. Всемирную выставку давайте предложим. Вилла Нова Тигая теперь тоже обращена в другую религию. И у них теперь тоже буддизм распространяется. Ну, понятное дело, из Рима. Октавиан Август. Почему-то все так довольно-таки лицемерно поступают в плане того, что сначала с нами хотят сотрудничать, а потом резко нас кидают. Что тут у нас? Екатерина решила поддержать нас на конгрессе. Приятно.
Наше предложение соответствует и нашим интересам. Китайцы тоже, им понравилось наше предложение. Мы на 8-м месте, что-то как-то слабо. Так, основим теперь город вот здесь. Хотя, конечно, желательно побережье все это делать. Дальше. Акведук. Как раз таки, кстати, для прироста населения. Поселенцы готовы. Теперь кузница. О, мы тут. Валлета. Столица государства Мальта. В реальной истории. Октавиан Август. Некрасиво поступают японцы и римляне с нами. Ну что ж, ладно. Чё уж делать-то. Поэтому... Елизавета, пожалуйста. Нехорошие все. Нас считают нехорошими. Хотя никому нехорошего мы не желаем. Прошу прощения, друзья. Приболел опять. Так. Малакка. Так, построили здесь рудник серебром. Рабочая лодка. Но это придется переплывать долго-долго-долго, но... Ладно уж, пошлем сюда. Дальше. Дальше. Каменную мастерскую построим. Она тоже прибавляет настроение к населению. Так, принимаем общественный институт новый. Так как мы отстаем, в принципе, по развитию от нынешнего мира, ну, уже в плане того, что все уже давно в новом времени, а мы еще там только плетемся сзади, я предлагаю выбрать рационализм в качестве нашего нового общественного института. Так, рабочая лодка готова, святилище построим. От нечего делать. Ох, тут я смотрю, варвары тоже зря времени не теряют. Поэтому пока лучше вернем поселенцев туда и выдвинем пикинеров. Изабелла. Мария Терезия. Странно все поступают, мне не нравится, друзья, что делает искусственный интеллект. Так, дальше что у нас тут? Доплывем уже до конца. Обнаружено чудо природы. Проплываем дальше. Надо основать поселение в устье тогда, в устье реки тогда, потому что это будет наиболее... Ну, правильно, что ли? Так. Каменная мастерская. Замок Химэйдзи создается в далеких землях. Довольно большое сооружение, культурное достояние Японии. Зачем, интересно, англичанам проход войск?
Если они, конечно, ни с кем не воюют. Ну, сейчас посмотрим, когда все это дело. Стали варенье открыли. Дальше. Проплываем мимо. Ничего себе, остров-то заселен варварами полностью. Мы... Так, новое поселение. Пикинеры готовы, кстати. Переправляем их в Лиссабон, и здесь им сдадим приказ стать на дежурство. Авейру. Основали мы наш новый город. Обстреляем варваров. Так. В Авейру мы построим монумент. Дадим приказ рабочим прокладывать дорогу до Авейру. Что исследуем дальше? Исследуем физику. Выбираем проект в Лиссабоне, кстати. Сделаем-ка их мечников для того, чтобы защищать Авейру, наш новый город. Кузница. Давайте кузницу будем создавать. Прошу прощения, друзья. Надо купить нормальный новый стационарный микрофон, потому что этот болтается, он... Его вроде поправишь, и он снова возвращается на свое место. Кстати, об этом я уже говорил. Ну, кто следит за каналом. Так. Меткие лучники готовы. Почему готовы-то? Что-то я... Так. Модернизируем их до арбалетчиков. Что нам говорит? Изабелла оскорбляет нас? Что у нас культура плохо развита? Хотя, конечно, французы были правы, что надо дать по голове Изабелле. В следующем выпуске, если Изабелла также будет себя вести, то мы объявим войну Испании и попробуем у них что-нибудь откусить. Ну и добивайте. Нет, не добили. Ввели новый Дигайе, создали рабочих, теперь построим каменоломню. Здесь проплывем, посмотрим, что тут у нас есть. Тут ничего, одни ледышки. Так. Теперь нам надо создать караван для того, чтобы торговать с Римом. Это принесет нам большой доход. Авейру добьет уже этот лагерь. Все отлично. Коимбра. Построим банк. Коимбре. Нагуа. Построим, не знаю, какие-нибудь улучшения. Построим ферму, давайте. Рим сделал официальное заявление. Брюссель и православие. Ирония судьбы. Ну, можно сказать, по большей части в цивилизации альтернативная история идет. Ну, оно и понятно. Потому что мир, так сказать, рандомизируется, то есть случайным образом генерируется. Абсолютно все в перемешку. Хотя, конечно, можно создать сценарий, которые... в которых все реалистично максимально. В Коимбре теперь находятся арбалетчики. Хотя не пойму, каким образом оказались арбалетчики в Коимбре, если мы не должны...
Значит, тогда вернем пикинеров вот этих в порту. Хотя на самом деле их место дислокации в Каимре. Так, дальше. Авейру принял нашу религию, отлично. Мечники были созданы, отправим их в Авейру. Пикинеров отправляем в Португалию. В Лиссабоне все готово. Построим замок. Шашоны укрепили конфуцианство, понятно. Мария Терезия входит в новое время, понятно. Новичок Бента успешно подтасовал результаты выборов в Антверпене. Отлично. Теперь мы союзник Антверпена, это хорошо. Так, и мечников надо бы... повысить их квалификацию, так сказать. Шашоны публично осудили державу Франция. Я вижу, что вы налаживаете отношения с Антверпеном. Это прекрасно, но предоставьте нам защищать его. Я не люблю так толкаться локтями. Давайте закончим с этим. Японцы явно напрашиваются на войну. Ух ты. Ваши земли станут прекрасным дополнением к моим. Ух ты. Очень хорошо. Ладно. Кто нам объявил войну Флоренция и Алма-Ата? Я, кстати, даже не знаю, где они. А, вот Флоренция, где-то Алма-Ата, где-то здесь. Ладно. Теперь забираем тогда армию для войны с англичанами. Фуншале. Мечников. Октавиан Август ходит в новое время. Уже все давно, блин, наверное, с мушкетами бегают, а мы тут... Ой-ой-ой, кстати, а колонию мы потеряем, это явно. Стоять, стоп. Тогда купить нельзя их? А, нет, можно все тогда сразу и купим. Отлично, как хорошо, что у нас оказались деньги. Так. Рабочие в Авейру, теперь давайте сюда. Ну что, друзья, я считаю, на этом нашу серию, вот эту серию можно закончить. Так что начинаем воевать. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте о канале друзьям. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.